США пообещали принять новые меры по Северному потоку-2. Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта. Об этом на брифинге заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс. Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется, сказал он. Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают Северный поток-2 плохой сделкой для европейских партнеров. Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны. Напомним, до этого в американском госдепе пообещали сделать все, чтобы Северный поток-2 не стал политическим оружием. Как известно, до этого США прекратили действие санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В Польше заявили, что разочарованы этим решением Вашингтона. Однако в госдепе США не исключили, что санкции против Nord Stream 2 AG могут возобновить. РБК Украина рассказывала, как США могут вернуть эти санкции.